почуно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 августа, и в этот день церковь прославляет великого святого, великого пророка, пророка Божия Илью. И в сегодняшний день церковь к нашему вниманию, для нашего внимательного рассмотрения, к нашему назиданию предлагает отрывок из соборного послания святого апостола Иакова, глава 5, стихи с 10 по 20. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвою, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло стражит ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в день памяти великого пророка Божия Ильи церковь предлагает нам отрывок из соборного послания святого апостола Иакова, глава 5, стихи с 10 по 20. Мы прочитали с вами этот отрывок. Здесь есть несколько блоков. Здесь говорится и о пророке Иове, и самое главное, говорится о примере. Святые для нас — это пример. Очень часто мы, скажем так, не совсем правильно относимся к святым. Бывает такое отношение, что мы относимся к ним как, знаете, такой волшебной палочки-выручалочки, которая избавит нас от всех бед, от всех болезней, и как будто бы даже Господь нам не нужен. Ну, то есть вот есть святые. Но соборное послание апостола Иакова четко разбивает такое, знаете, профанное, лубочное отношение к новозаветной святости и вообще церковной святости. Он говорит, в пример злострадания, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Пророки для нас пример. А что такое пример? Мы знаем, что когда мы занимаемся спортом или занимаемся, например, музыкой, мы всегда перенимаем некие навыки, некий опыт и даже традицию. Мы знаем, что когда мы занимаемся, например, легкой атлетикой, есть же специальное правило бега, правило дыхания, да, чтобы правильно бежать, чтобы и правильно дышать, чтобы давать правильную нагрузку на сердце и так далее. Нет, мы можем просто так бегать, но это может оказаться для нас весьма плачевно, как для наших ног, так и для нашего дыхания. То же самое с музыкой. Если мы возьмем духовые инструменты, мы увидим, что там есть специальное приспособление, такое как мундштук. И чтобы правильно подавать воздух, допустим, в баритон или в трубу, нужно это делать специальными движениями, специальным дыханием. И никакого другого у нас нет способа, как только увидеть пример, когда нам кто-то покажет. Мы не можем научиться, как по волшебству, не бегать, не играть на инструменты, на инструментах, и тем более мы не можем вести так духовную жизнь. Мы всегда должны иметь перед собой пример. И пророки в данном контексте — это пример именно долготерпения и злострадания. Того, как праведник в этом мире
может претерпевать скорби. Скорби серьезные, в отличие от тех, кто Богу не поклоняется и в Него не верует. Очень большая ошибка бывает у людей, которые приходят в церковь, в контексте того, что, приходя в церковь, мы пытаемся решить проблему через церковь. То есть церковь становится для нас инструментом, средством, а не целью, да? А через церковь мы познаем Бога. И мы, опять же таки, через церковь можем познать Бога, а можем попытаться решить свои проблемы. И вот часто мы приходим и решаем свои проблемы. И хорошо, что в процессе решения своих проблем наш вектор смещается. А бывает, что не смещается. И приходя в церковь, мы не получаем того, что хотим. Потому что забываем молитву Господню, где говорится: «Да будет воля Твоя». А мы приходим в церковь и говорим: «Хотим, чтобы было по-моему». В этом смысле сказка Пушкина Александра Сергеевича, где он рассказывает про старика и старуху у моря, да, которая сидела у корытка и всегда хотела все больше и больше и больше, но в итоге осталась у разбитого корыта вновь и вновь. Так же и мы. Когда мы навязываем Богу свою волю, а не пытаемся брать пример с того долготерпения, которое показывает нам примеры святых, мы рано или поздно оказываемся у разбитого корыта. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Да, Господь дает по силам испытаний. Испытание должно привести нас к росту, а не к падению. Далее говорится о клятве, о том, что не нужно клясться ни небом, ни землею, но да будет ваше да-да и нет-нет. То есть это запрет табу на клятву, это уже другая тематика. Далее говорится о болезненном состоянии, и именно исходя из этого текста в церкви, то есть мы видим даже не то, что исходя из него, мы видим традицию соборования. «Злостражит ли кто вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». То есть здесь на самом деле показывается, что наше духовное внутреннее состояние, оно может разрешаться через молитву. Молитва и псалмопение, да? Прославлять Господа, если ты весел, если внутренние какие-то скорби, молись. Болезнь исцеляет молитва пресвитеров, молитва церкви, то есть соборование. Но здесь очень важный факт в том, что соборование — это таинство, которое укрепляет человека в скорбях. Оно подает силы перенести скорби, а не полностью исцелить. Это перенесение скорбей может увенчаться исцелением, а может и не увенчаться, поэтому здесь всегда нужно совокупно с медикаментозным лечением все это использовать, но это именно подаяние благодати к преодолению болезни, преодолению скорби в болезни, да? Чтобы наш дух не унывал, чтобы наше тело могло бороться с болезненным состоянием. Далее говорится об Илии. Заметьте, что очень важно, что говорится. Илия был человек, подобный нам. И молитву молился, чтобы не было дождя. И говорится вот эта известная история о пророке Илии, когда он молился, и не было дождя. 3 года и 6 месяцев. Потом помолился, дождь пошел. И очень четко говорит здесь апостол Яков, что он такой же человек, как и мы. Был. Он подобный нам. Поэтому действительно здесь вспоминаются слова Господни, да, что имеющий веру с горшечное зерно скажет горе сей, придвинься, она придет. И здесь нужно смотреть на это несколько метафорично, понимая то, что не нужно думать, что благодать Божия подается людям каким-то иным, чем мы. Я человек скромный, я человек грешный, мне ничего не дастся. Надо дерзать, молиться. Молиться о здравии, молиться о спасении, молиться о благословении. Поэтому всегда пребывайте в благодарении Господнем, молитесь святым, молитесь пророкам и смотрите на них как на величайший пример долготерпения и смирения в скорбях. Поэтому не унывайте, молитесь, помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое.